В этом году Академическая гимназия имени Фадеева празднует свое 60-летие. В честь юбилея на юридическом факультете СПбГУ собрались выпускники, преподаватели и воспитатели гимназии. Перед праздничной частью – пленарное заседание. На нем вместе с проректорами СПбГУ обсуждалась реализация программы развития академической гимназии. Уже успели выполнить план по косметическому ремонту в зданиях, обеспечить учеников бесплатным содержанием и питанием, а также организовать новые онлайн-курсы. Наша задача – помогать талантливым ребятам находить себя и помогать им получать, так сказать, некоторую поддержку их возможностей, способностей, их талантов уже на этапе школьного образования. Торжественная часть праздника прошла в актовом зале. Звучали речи с поздравлениями и пожеланиями от выпускников. Ученики старших классов каждого направления исполнили творческие номера. Зрители увидели световое шоу, музыкальный номер с деревянными ложками и трещотками и современные танцы. Конечно, гимназия воспитывает в учениках не только творческое начало, но и научное. Этому во многом способствует то, что многие преподаватели гимназии – педагоги и ученые Санкт-Петербургского университета. В рамках учебного процесса имеется огромное количество практикумов, работа на факультетах, на учебно-лабораторном оборудовании. Поэтому, конечно, здесь открываются широкие возможности для дальнейшей карьеры в науке, в исследовательской деятельности. Большие перспективы после выпуска – это не единственная причина, по которой подростки решают поступать в гимназию. Ведь также это место, где можно найти друзей и единомышленников. Наша гимназия очень развита, знаете, так сказать, комьюнити, именно дружеская атмосфера, взаимодействие товарищей, одноклассников друг с другом. Мы как бы как все как один, все вместе. Это, во-первых, ну а во-вторых, конечно же, из-за самого уровня академической гимназии, уровня преподавания. Нас воодушевляет преподаватель географии. Она настолько все понятно объясняет и заинтересовывает в своем предмете, что хочется всю ночь читать географию. Поступить в гимназию можно на физико-математические и естественно-научные образовательные программы. Отбор учеников проводится в формате конкурса «Портфолио». 8 и 10 классы принимают на двухгодичную программу, 9 – на одногодичную. За это время ученики полностью погружаются в образовательный процесс, изучают интересующие их предметы и готовятся к поступлению в вузы. Многие из них, к слову, для дальнейшего обучения выбирают именно СПбГУ. Алена Родищева, Мария Пикаровская, Вячеслав Макаров, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.